Биджей Бляшкович представляет. Приветствую вас, геймеры, с вами снова Дмитрий. Сегодня мы с вами продолжим прохождение Quake и Arena. Итак, мы с вами остановились на втором тире, или тайре, не знаю, как правильно произносить. Так, и они командные теперь будут практически все, вот кроме последнего. Да и последний не такой уж шадовый, если знать тактику. Что ж, меньше слова, больше дела. Погнали. Немножко чувствительность, конечно, фигово. А, пофиг. Мы уже кого-то вальнули. Биттермана. Он, кстати, герой Quake 2, если я не ошибаюсь. О, что-то... Что-то Биттерман один тут сражается с нами. Тихо. Ша, моя деточка. О, неплохо пока. Ах, козёл. Он аптечку даже подобрал, походу. Так, корп нас завалил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну тут... Тут логично, что нас убили. О! Сейчас будет круто. Мясо сейчас будет. Обожаю Quake Damage. Ну, если приблизитесь близко к противнику с Quake Damage, то его разорвет в клочья, если у него здоровья мало. А если здоровье у него порядочное, он просто умрет. Так. Ой, больнули. Опять вальнули. Но мы на голову выше всех хомяков вместе взятых. Дробаш дайте. О. Ох. Сучонок. Ну ладно. Блин. Ну, с Quake Damage, если противник, то, конечно, с ним немного проблемно сражаться. Ну все, скотина. Сейчас от тебя. Блин. Я хочу пилой зарезать кого-нибудь. Я, по-моему, еще ни разу не резал пилой тут. О! Quake Damage. Ладно. Крутяк. Ну, погнали. Следующий тир. Он тоже несложный. Однако, тут надо приложить усилия, поскольку... Демия, она довольно сильная. Хосман, он лох. Даже до аптечек добежать не успел. Но он пытался. Вот видите, уже нас тут гранатометом пытаются вальнуть. Так, тихо. Готово. Ой-ой-ой, здравствуйте. Ну, это случайность. Так. Вот лидируем пока. Хорошо. О! О! Вообще, зашибись. Блин, я до аптечки не добежал. О. Так, тут движение надо быть постоянно. Тонусе. Чтобы быть в тонусе, надо, чтобы тонус был в тебе, блин. Но, к сожалению, я не люблю сок. Так что, тонус я не пью. Демио вальнули. Так, так, так. Чё у нас тут? Ой, это фиксатор. Тут где-то у меня прицел был в настроечках. Ну, что-то такое нехорошее получилось. Так.
Так, вот это спустим. Я даже и не ругаюсь практически. Тут все. Все мои косяки, я их все понимаю. Понимаю, что они обоснованы на 100%. Тихо. Тихо. Ну ладно. Таким отрывом нас вальнуть можно 100. Ну не 100, конечно, это я так аллегорию, но порядочное количество мы можем умереть, но все равно выиграть. О, всех перестреляли, красавцы. Тут, кстати, надсмехаться можно над противниками, я вам покажу как сейчас. Тут никто не появится. Вот так вот. Ха-ха-ха. Вот так вот. Что-то он меня дважды поражал. Один раз, наверное, надо мной. Ну ладно. Ой! Вот тут действительно надо сжать. Тихо. Там парочка. Тут осторожно надо. Врагов очень много. Тут сложность как раз в том, что врагов очень много. То есть постоянно кто-то с кем-то сражается. Сука. Я ранил его, но не убил. Ладно. Будем сейчас пытаться победить их всех. Так, вот это вот подберем и в добрый путь. Готово. Так. Отлично. О! О! Спокойно. Готов. 6 хп, но мы выжили. Отлично. Козел убил. Ну ладно. 20 фагов надо. Тут обычно лимит в 20 фагов и есть, как командный бой. Поэтому придется нам долго возиться. Их много, козлов. Так, и Демия — это самый опасный противник, как я понял, из этих. Кто там у нас ходит? Грунт. Ну, с грунтом, в принципе, справиться можно. О, Демию положили. Надо искать респаунившихся игроков, потому что у них пулеметы изначально. Пулеметом вальнуть тоже, конечно, можно, но проблемно. Очень проблемно. Валить пулеметом. Пика. Блин. Надо было продолжить. Стрельбу. Блин. Ладно, справимся сейчас. 4 рыла еще. Ладно. О, одно осталось. Ой, нет, вот три. Так, 2. Все, готово. Вальнули всех. Ну что, теперь последний тир. И вперед. Тогда. Что тут? Она, конечно, не такая слабая, как я вам сказал, но против нее есть тактика. Сейчас вам покажу, какая. Короче, идем сюда. И тупо стоим. Все. Возвращаемся на место. И тупо стоим. Чисто по стелсу валим.
До аптечки не добежала. Так и дела. Можно носиться как угорелый, конечно. Но это не наш путь. Ой, фак. Ну, не работает иногда этот способ, конечно. Дайте мне оружие нормально. Ну, в принципе, насмешка тут уместна. Ладно, давайте без стелса обойдемся. Оставшиеся 6 фрагов можно набить и так. Тихо. Потому что и она иногда с ракетницей ходит, как вы видели, и это напрягает, конечно. Ладно, будем ее так выискивать и валить. Сука. Что-то убежала. Не, надо было все-таки ее выжидать. Да, давайте выжидать. Ну нафиг. А то муторно слишком с ней возиться. А тут хоть шансы есть приличные. Бляха. Ай, ладно. Опять с ракетницей просто подошло. Ой. Ну фак. Йо. Бич. Сказал Ильич. Сучара, вообще, счет сравняла она. Окей, окей, окей. Моя тактика после того, как я начал за ней гоняться, моя тактика что-то рассыпалась. Совсем. Ладно, ништячок хоть подберем. Сука. Ты где? Мы сейчас проиграем, наверное. Придется отсиживаться. Сильная она один на один. Вот так вот сядем. Ждем. Сука! Вообще. Нет, она начинает валить нас. Это уже... это уже нехорошо. У нас только 5 убийств, у нее уже 8. Надо как-то ее выждать, что ли? Так, нормально. Я проходил ее на средней сложности, но... но я уж не помню как. Это было очень давно. Много лет назад. Блять, все, все, просрали мы эту битву. Придется по новой начинать, походу. Я уж думал, что спокойно пойду без поражений. Нифига. Убила, все, просрали мы. Давайте реплей.
сука. Че, сколько еще будешь у меня тут ломаться? Ломашка. Бля, сравняла. Вообще, жесть. С ней жесть сражаться. Пиздец куда. Если честно. Но, возможно, как мы сейчас увидели, на аптечку подобрать. О! Нули. Хорошо. О! А это нам повезло, что мы респауненную подобрали. Дамочку. Тихо. Птичка. И теперь туда. Ой. Настолько эта херня с собой. Здравствуйте, дамочка. Так. Черт. Стоп. Тихонько. Стоим, ждем. Все равно выскочит откуда-то. Угу. Она откуда-то сейчас отсюда выскочит. Справа или слева. Ну давай, иди сюда. Иди сюда, кусок говна. Все, готово. И надо подбирать стволы, чтобы она не могла их подобрать вместо нас. Тогда можно ее спокойно выбить. Ай, ладно. 6-2 это еще нормас. Хотя мы просрали ей столько. В прошлый раз, по-моему, в 4 очка выигрывали. В итоге проиграли 10-5 или 10-6. Ой. Так, ну, хоть одна хорошая новость. Мы вроде бы неплохо идем уже. То есть... Нам, по сути, сейчас... Что осталось? Осталось ей два фрага набить. Тихо. Откуда? Откуда вылезла? Она тут где-то бегает. Тихо. О! Последний фраг остался. Ну так где? Я устал за тобой бегать. Все. Готово. Тяжеловато было. Тяжеловато. Моя стелсовая тактика-то ведь тоже работает, но нужно реакцию проявлять. Сразу заметить, что она сракетнется, и отпрыгнуть от того места, иначе мы в кашу превращаемся сразу же. Ладно, такой вот был у нас второй тир. Надеюсь, вам он понравился. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся завтра, продолжим прохождение. И помните, что самое интересное еще впереди. Thank you, guys!